Привет, меня зовут Андрей Аксенов, и вы на моем канале, посвященном акустической гитаре и фингерстайлу. И сегодня у нас в гостях кумир многих гитаристов, комбик Акус 5Т. Я большой фанат комбиков Акус, ибо как они, не звучит ни один другой усилитель, по крайней мере на мой вкус, и вот этот маленький Акус 5Т не исключение. Это самый маленький комбик в линейке усилителей Акус, и при этом это новая версия, инженеры что-то нашаманили, и теперь вот в эту маленькую коробку влезает уже целых 75 ватт вместо 50, как было в предыдущих версиях. Если по делу, то там два независимых канала. Соответственно, да, что это значит? Вы можете либо воткнуть в один канал гитару, вторую воткнуть микрофон, да, играть и петь, либо играть и с вами будет петь кто-то, либо, как принято сейчас у нас у фингерстайл-гитаристов, вы можете оба канала занять звукоснимателями своей гитары. Например, во второй вход воткнуть бочку, отэквализировать ее, так как вам нужно убрать с нее ревер, оставив ревер на первом канале, и получить полноценный сочный звук. Также в этом комбике есть линейный выход. Предположим, вы принесли его на концерт, и можете смело использовать как монитор. Поставить его перед собой, воткнуться в него гитарой, использовать его предусилитель и уже обработанный тембраблоком Акуса сигнал пустить в линию, да, чтобы это шло в порталы. Это очень удобно. Ну и безусловное новшество, да, которое лично меня очень порадовало, это срез. Срез на задней стенке, который позволяет наклонять комбик, то есть ставить его либо прямо на пол, на четыре ноги, либо наклонить его на ребро. Что это дает? Первое, это то, что вы, стоя на сцене, можете теперь наклонить его и направить фронт волны не куда-то там в ноги, да, или в зрителей, а себе в ухо, что очень важно. Второй момент, более тонкий. Очень часто комбики, особенно такие низастые, как Акус, которые дают много низа, они начинают бубнить в зависимости от того, в каком помещении, на каком полу они стоят. И, соответственно, ставя его на ребро, вы уменьшаете площадь соприкосновения комбика с полом, и тем самым можно, не крутя эквалайзер, разом одним движением убрать весь ненужный бубнёж. Часто люди думают, что если модель первая в линейке, как Акус 5Т, она, знаете, какая-то ослабленная. Но даже в сравнении с старшей моделью с 8-дюймовым динамиком, здесь, просто чтобы вы понимали, 5-дюймовый, здесь низ есть, его много. Безусловно, меньше, но много и более чем достаточно для того, чтобы гитаристу, играющему перкуссию, любящего жирный бас, для того, чтобы такому гитаристу чувствовать себя абсолютно комфортно. Вот и весь обзор.
надеюсь, нам удалось решить довольно сложную задачу и передать реальный звук этого комбика вам через интернет. Мы сделали для этого все возможное, использовали хорошие микрофоны, никак не вмешивались в обработку, поэтому, надеюсь, у вас сложилась более-менее объективная картина. Напомню, что на этом канале регулярно выходят видеоуроки, музыкальные видео, различные обзоры и другой контент, полезный гитаристам, поэтому не забудьте подписаться, поставить лайки или дизлайки, и увидимся на следующей неделе. Пока!